В зале собрались представители силовых структур, руководители профильных управлений и те, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков – дольщики. В таком составе встречи проходят регулярно с начала этого года. Сегодня на повестке дня были недостроенные объекты в Краснодаре. Самые проблемные из них подробно рассмотрели на совещании. Всего же на Кубани в реестре долгостроев остается 72 дома. В этом году планируют ввести в эксплуатацию 12 проблемных объектов. На совещании глава региона поручил рассмотреть возможность покупать жилье за счет краевого бюджета пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, которые являются дольщиками. По мнению Вениамина Кондратьева, это может стать действенным инструментом в решении проблемы.